Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 29 марта. Сейчас я буду сеять капусту. И очень быстро, коротко обо всем расскажу. Потому что перед этим я всю теорию уже рассказывала в предыдущем видео. Ссылку на то видео подробное я выложу вот в описании к этому видео. Я уже говорила, что сею в конце марта, хоть в теплицу, хоть в лоточек. Вот сейчас я буду сеять, покажу, какие сорта. Я вот уже этикетки прицепила. Сею самые ранние, самые поздние. То есть с самым коротким вегетационным периодом и с самым длинным. Сегодня я посею брокколи. Посею июньскую, она самая ранняя считается. Посею пекинскую, ча-ча. Савойскую, раннюю. И еще экспресс. И теперь пошли уже... Это вот были ранние все. А теперь поздние, с большим вегетационным периодом. Это каменная голова. Это колобок. Уже видите, 155 дней до созревания. Это очень много. И московский деликатес тоже 140 дней. Зимней капусты я высаживаю не очень много, потому что у нас участок маленький. Останется у меня... Только вот эта коза дерезана потом. В этом году пошла в магазин за семенами. Была неприятно удивлена. Смотрите, у нас какие дорогие семена. Там по несколько штук. 42 рубля пачка, 35 рублей пачка. Посев простейший. Я уже все говорила, что она любит холод и свет. Что она не вытягивается только тогда, когда условия благоприятные. И еще раз повторю. Насыпаю в лоток грунт. Грунт беру простой. При посеве капусты можно даже не добавлять перегной. Можно добавлять немного песок. Она хорошо растет, рассада, и на бедных, обезжиренных, как бы без перегноя, без питательных веществ в грунтах. Тем более я вот эту капусту буду пикировать. И она здесь пробудет у меня не очень долго. Я вот промаркировала все дорожки. И теперь в каждую бороздку я буду рассыпать. А сначала я намочу. И буду рассыпать семена. Рассыплю и вот так вот прикрою. Все, закрою полиэтиленовым пакетиком, пленочкой. И выставлю на холод в неотапливаемую теплицу, где сейчас у нас ночами минус 2, минус 1, а днем 5, 6 или 10 градусов. Это прекрасно для нее. Главное после посева не держать в теплых домашних условиях. Обязательно поставить на холод. Если не можете выставить в теплицу в холодную, можно сейчас уже у кого тепло, у кого 2, 3, 5 градусов на улице, можно выставить на улицу, можно на лоджию, можно на балкон. Люди даже в холодильник выставляют. Самое холодное место дома ищите, или холодное окно, или что-то. Не забывать о том, что... Ей пересыхание нежелательно. Как только взойдет, пленку убираем и смотрим, чтобы она у нас вот в этих теплицах или на лоджиях, чтобы вы не забыли о ней, чтобы у вас не пересохли посевы. Очень легко вырастить хорошую рассаду капусты. Главное, не держите ее в тепле. Ей надо, чтобы было очень светло и прохладненько. Все, до свидания. Я сейчас рассыплю семена, не стала удлинять. Все ссылки на видео о посевах капусты в описании к этому видео будет прошлогоднее. Если вы хотите более подробные, какие-то еще дополнительную информацию, я выращивала много лет рассаду капусты на продажу, сеяла и в теплице, и пикировала потом на улице в больших объемах. Все эти видео вы можете посмотреть. Сейчас я сею себе вот всего лишь один лоток. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9 сортов. Это самые разные, ранние и самые позднеспелые. Все. Здравствуйте. Что вам посоветовали от плохих вещей? Ошейник Барс сказали, защищает не менее 4 месяцев. 9 из 10 экспертов рекомендуют Барс. После того, как я в мокрые бороздки насыпала семян, я просто их вот так вот прикрываю. Сверху сейчас еще леечкой полью и закрою пленкой. Все.